Куда?举行上海合作组织成立以来的本次会晤的使命是讨论当前国际和地区形势，探讨如何发挥上海合作组织的作用和影响。И прежде всего подготовка главного уставного документа Хартии, который должен быть подписан на высшем. Уважаемые коллеги, прошлого года на своей встрече в Шанхае определять политический климат, направления и формы сотрудничества в регионе должны прежде всего те государства, которые здесь расположены. Думаю, мы едины в этом понимании. На серьезном деловом настрое всех участников. Оперативным объединением, действующим на принципах равноправия и доверия, взаимного уважения. Региональной антитеррористической.